Здравствуйте! Добро пожаловать в Москву на стадион ВТБ-Арена. Это МЛБ, первая лига, и сегодня здесь будет не матч, а концерт. Родина Балтика. По идее, это должны его были выводить пасом в штрафную, а в итоге Адеола добежал до линии. Чтобы! Не будет здесь ничего. Ни гола, ни пенальти. Как Адеола этот момент в свою сторону выкрутил. Отличную передачу отдал на Уэсли. Правила нарушали. И схватил его за талию Кленкин и Кузьмин. Кленкин будет загружать штрафную. Гол! Вот и стандарты подоспели от Балтики. А Стоич на ближней штанге замыкает, и 1-0. Воропаев играет на ближнего. И далее обратно на 36-го номера. Воропаев. Калмыков пропустил момент. И пенальти! Вот это а да! Вот теперь пенальти. Так, свисток. Гордюшенко. Гол! Родина сравнивает счет перед самым свистком, который вот тут же отправляет команды на перерыв 1-1. Мне эта атака напоминает ту, которая была у команды Родины перед голом, а здесь перед голом и у Балтики. Такая атака, 2-1. Гедеон, Кузина, вот диджей, видишь, все Кузина понимает, что за матч. Подключают все больше людей к этой атаке. Навес, штрафной удар! И как же не попадает Тамерлан Мусаев. Ох, здесь остается Калмыкову. Открытыми шипами играл Калмыков, и это удаление. И вот он, свисток. Балтика одерживает победу, тяжелую очень.